Я багом к нему домой зашел. Он у меня волос кидает, Сейн! Хей, друзья, продолжение Ark Survival Evolved на канале. Обязательно ставь лайк и подписывайся на канал, если ты здесь новенький. Я не знаю, ребят, как так получилось, но я багом проник в его плод. Если вы не понимаете, о чем речь, то посмотрите видео по аннотации в правом верхнем углу или в описании. Приятного просмотра. Ну все. До свидания. Сейн, он меня шатает, Сейн, помогай! Морозь, Сейн, блях, он меня рубит! Блин, слушай, я не могу сесть. Бляха, нас бич какой-то разваливает, Сейн, ёперный театр. Отвести Птера, то он его сейчас заколет. Сейчас, подожди, пробую сесть. Блядь, я не могу. Ой, бля, я не могу сесть. Каким-то хером. В воду не упади, смотри. Я упал. Как я к нему вообще залетел на хату? Сами не раскаиваться. Его надо просто вверх заманить. Если он полетит за мной, ему хана. Сын, смотри, чтобы он тебя не снял. Это потеха-то будет. Угу. Слушай, у нас блин один. Взял, убивай его, убивай, Сейн. Бляха, Сейн, ты чё наделал? Ща он развалит нас. Он сел на Аргента? Угу. Аргента, уводи! Подожди, так он на Аргенте? Да, нет, я Аргент просто один. Пацан внизу, надо убивать. Он волосы кидает, тебя он не заволосит. Так, блин, ну что-то нихера не получается. Бомжа не можем развалить. Бляха, Сейн меня схватил, Сейн! Стой, вижу. Бляха! Ну, жаба теперь у него есть, дура. Он на жабе сидит? Не, жаба просто меня пиздит. Он плывет, смотри, петушок. Он на Аргенте. Аккуратно, Сейн. Нет. Ага, там лаг, баг был, да? Лаг? Угу. Я видел. Как тебе повезло, Сейн? Тебе просто сказочно повезло. Блин, я не умею этой сове летать. Взял, Сейн. Заклёвывай. Блядь, я нихуя. Ты в воду упал? Нет. А где он? Да волк этот бьётся, сейчас я вот лютоволка подальше отгоню. А где сам этот чел? Сам этот чел там где-то бегает. Или под водой плавает. Я волка угнал очень далеко. Он назад побежал, это волк. К нему присвищен, что ли? Когда-нибудь у него волосы закончатся, я его разобью. Ты заклёвывай! Он на жабе стоит, ломай его там все, да. Смотри, чтобы он тебя не убил, друг мой. Стой, у меня, блин, сова застряла.
Я чуть не упал. Сейн, он сел на Аргента, аккуратно, на плоту у тебя. Бляха, я ничего не могу сделать. Просто заморозь все, все заморозь. Я на сову не могу сесть. Я его уношу от тебя, уношу. Давай, неси подальше. У него волосы кончились! Сбрасывай его, сбрасывай с высоты. А, нихуя. Заклевывай просто его, просто заклевывай. Как он мразота! Ленин. Живучий, зараза, пипец. Сейчас я его заторможу. Главное, что ты меня не заморозил. Где он? Он провалился. Он плавает, плавает, на Аргента пытается. Сел, 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 аккуратно. У него кончились парашюты, я чувствую это. Кем бы их двое были с оружием? Взял, 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 взял. Скидываю. А я не буду скидывать, убивай его, иди, в лапах моих. Давай. Заклёвывай его. Блядь, я тебя даже не вижу. Топором рубит, смотри, какая зараза. Не знаю, кого я бью. Собака, он мне топор набивает. Да куда ты полетел-то? У него нет парашютов, нету, нету, нету. Есть! Парашюты? Да, 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 вот убегает, убегает, Сейн. Впереди меня, видишь, он на воде. Нет, увожу Аргента, увожу Аргента. Я отлетел к этому, к плоту, но это... У меня стамина кончилась. Хорошо, что Аргент без всадника. Я не вижу, где вы. Сзади, сзади, налево, да-да-да, правильно летишь. Он подбегает. Увожу Аргента. Отсвистывает, что там, насвистывает. Слушай, я не могу его даже ударить. Где он? А, или у меня пролапка? На Аргенте он. Взял. Ой. Сейчас его просто выше подниму, и все, ему тренда будет тогда. Раз, разбился, Сейн, разбился. Он станет сейчас где-нибудь на лодке. Голый. Так, давай, я его сожрал. Давай. Смотри там за ним. Там он стал голый. Ты видишь его? Нет, он под нырнул под плот. Он на волке, Сейн. Где? На волке. Где волк? Я его не вижу. Все, опять разбился. Вот он, волк. Волк как-то надо... Сейн, заморозь его, я его убью. Сейчас, подожди. Заминирую козла. Блин, да что ты будешь делать? Кто свистит? Он свистит. А, он. Ломай ему там все. Он на жабе, Сейн, аккуратно. Уплывает, смотри, зараза какая. Надо у тебя сумочки посмотреть, которые остались. Скотина, жабу мою забрал себе. А, Ляня, он хорош. Он меня забаговал. А, нет. Я думал, он сейчас в текстуры паяет, а не хрен. Ты можешь вылететь оттуда? Ты вылетел? Ну да. Ты куда ж полетел? Есть еще сишки? Да, да, да. Давай мне сюда. Клади, клади в сову. Бери. Только зло, дой сейчас, дой сейчас. Так, Пьер, уйди, пожалуйста, я тебя взорву.
Череповые, за тобой это пришла, лягушка. Опусть. Которая была нашей. До свидания. Так жаль лягушку убивать, блин. Это. Что упало, говорит, то пропало. Пошли Волканда забить, он мои вещи сожрал. Ян Килыч, вот он к нам идет. Помогай, помогай, его заклёп. Слушай, занимайся, я пойду коробки лут. Блин, ко мне вся бригада пришла, я перегружен. Аргент забаган тут наверху. У него тут домик, оказывается, еще есть, прикинь. Маленький? Да. Одна клеточная, вот, да, их да, я бы да. Хотел взорвать. Аргента убиваю, слышишь? Давай. Ни хрена тут сколько всего, Данг Битл тут, бомба какая-то, 9 сижек, хоть Данг Битл остался, да? Еще парашютов тут куча было, ну парашюты выкинем, селитры куча. Блин, Сейн, перейди к этой коробочке, пожалуйста, тут я перегрузился опять. Покури пока, подожди. Спасибо за просмотр. Те, кто смотрит меня давно, понимают, что самое интересное для меня в арке, это вот эти самые бомжовские войны. Не рейды клановые, там 20 на 20, 30 на 30, а вот именно бомжовские разборки. Увидимся, друзья, на новом видео. Не знаю, будет оно по арку или по какой-либо другой игре. Пока-пока.